Всем здорово, народ, с вами Эдгар, вы на канале Мысли от Эдгара. Сегодня поговорим на тему криптовалют, что у нас происходит на рынке. На сегодня капитализация снизилась ниже 1 триллиона долларов. Биткоин опускался сегодня ночью до 20 тысяч за единицу. И сегодня в течение дня держится в районе 21-22 тысячи. Вот. Ну и много альткоинов, конечно, тоже последовали. Но какая-то часть денег, конечно, произошел перелив в альты. Люди пытаются как-то, ну, не знаю, варьировать во всем этом процессе. И сегодня, короче, я там увидел пост, который еще 14 числа видел у Илона Маска. Я вообще как бы к Илону Маску отношусь несерьезно. Вот, для меня он не является авторитетом. Может быть, для кого-то он там гуру, знаток, профессор своего дела и все такое. Ну, как-то по мне, это чей-то сынок, который чуть раньше понимает, куда идет рынок, что происходит с рынком. Ну, короче, когда у тебя есть достаточно много информации, которая опережает информацию, которую у обычных людей у нас, ты на фоне этого можешь выглядеть гуру. И все твои твиты будут восприниматься как какие-то предсказания, конечно же. И вот как бы отчасти можно присматриваться к твитам таких людей, потому что у них бывает такая штука, они вот эти богатые детишки, золотые дети планеты, они хотят не только денег, а им нужна вот эта слава, чтобы вот рабы признали, что они предсказатели. И иногда они как бы палят обстановку и сдают ту инфу, которую им вообще нельзя сдавать раньше времени. Вот. Но они не совсем послушны, периодически делают такие посты, есть список таких людей. Вот. И у них проскальзывают вот эти самые предсказания, которые в принципе иногда срабатывают. Но даже как бы основываясь на такой логике, нельзя сказать, что они будут прям полноценно правы, и это действительно будет так, потому что это мир, рабы могут себя повести по-другому, может быть какой-то вселенский апокалипсис, да чего угодно может произойти, и прям 100% брать это за основу не нужно. Это сразу как бы оговорюсь. Так вот, у него твит, короче, такой, что в этом месяце 20 тысяч долларов биткоин, это произошло. И следующий у него твит за 4 месяца, это будет 75 тысяч долларов, 73-4, 72. В общем, в районе 70 будет играть, 70-75 тысяч. И четвертый месяц, это у нас будет 65 тысяч. Короче, ближе к зиме у нас должно произойти повышение, да, будет скачок. Ну, в принципе, я думаю, что так может быть. И это нормальное явление, потому что, в общем-то, каждый год такое происходит. И нужно еще такие моменты учитывать, что в мире в целом происходит. Также сегодня прочитал новость, есть одна такая статья, где там проводят аналитику, вычисления и все такое, что в следующем году или в конце этого года в Америке будет одна из мощнейших инфляций за историю Америки. И там вот это повышение ставок и какие-то вот эти вот манипуляции, как бы вот эту ситуацию не спасут. И это за 40 лет накопившаяся инфляция, с которой пытаются бороться в мире. А так как весь мир, в общем-то, зависит от доллара, в основном, большая часть мира. Вот, есть Америка, у них есть доллар, все, кому не лень, когда-то подвязались к этому доллару, и получается, что-то там происходит с долларом. Соответственно, во всем мире происходят вот сильные колебания. Если хреновенько у нас в Америке с долларом, то, соответственно, и это волной отразится и на весь мир тоже.
и на другие валюты. А к валютам подвязаны разные фондовые рынки, вот акции. Если посмотреть сегодня, то все акции там просто в таких минусах, что криптовалюты еще более-менее себя чувствуют в этом процессе. Так вот, моя мысль, логика следующая такая. Тут очень много всего, такой коктейль всего произошел в этом году. Но не конкретно вот только в этом году, оно как бы к этому шло, но вот сейчас просто мы находимся в момент, когда взяли шейкер, кто не знает, я барменом был, есть шейкер, туда наливают всякие разные напитки, лед закрывают и начинают вот этот трясти, чтобы в итоге получить вкусненький коктейль для того, чтобы кайфануть от жизни. Так вот, мы в том моменте, когда нас начнут вот так вот скоро в этом шейкере вот трясти. И там будет что? Там находится за 40 лет накопившаяся инфляция, с которой нужно что-то делать. Это происходит периодически во всем мире. Люди работают, происходит система обмана, так человечество построено. И вот это можно тянуть, обманку можно тянуть, ну, как я понял, вот 40 лет. Там несколько десятилетий накапливать инфляцию, придумывать какие-то варианты отходных путей. Но в итоге, в целом, весь мир упирается в инфляцию, с которой бороться уже просто обычными там методами типа повышения ставок, чего-то, уменьшить зарплату, где-то что-то урезать, это уже не прокатывает. Требуются какие-то более серьезные действия. И вот серьезными действиями является это, во-первых, это мощные кризисы, когда валится все. Еще мощнее вещь – это войны. Вот войны тоже устраивались Америкой где-то точечно, но уже получается так, что и это израсходовали, этот запас выхода из этой ситуации. Как бы, где могли, сделали войны. И сейчас получается, что больше уже такая, знаете, гибридная мировая война происходит. Третья мировая война. И вот эти все мировые войны, они как раз-таки решали инфляцию. Накопившийся обман человечества. И просто так вот взять, договориться не получится. Потому что настолько все уже пронизано обманом, что тут только остается... Ну, я не знаю, ну, так сказать, все друг друга вот поуничтожают. И никто никому в общем не должен уже. И все начинается типа с чистого листа. И давай опять работать. Вот. И опять начинаем накапливать лет там 30, 40, 50 новую инфляцию. И это происходит, в общем-то, постоянно. Это всегда было, есть и будет. Так вот, получается, вот эта инфляция, которая сейчас воплотилась еще в Третью мировую, а мы это воспринимаем вот в войну только чисто Россия-Украина, но это не только Россия-Украина, это весь мир в этом участвует. Это настолько глобальная штука, что тут просто, ну, нужно быть идиотом, чтобы не понимать, что это весь мир уже воюет. Просто весь мир. Идет прям полноценная дележка. Плюс, между делом, люди придумали новый способ следующего этапа существования людей. Это вот на основе блокчейн, новые деньги, новые технологии, новый способ коммуникаций, как люди должны между собой вот коммуницировать. И на основе этого блокчейн еще будет новый вариант вообще как бы жизни. Много еще чего, я думаю, задумано. Того, чего мы вообще не знаем. Позже нам, наверное, это все дело покажут и расскажут. Все уже, я думаю, лежит уже в папочках, подготовлено. Типа дома будут такие, жизнь будет такая, работы такие, ну и так далее. Но нам это все предоставят в формате типа вот какой-то чувак чего-то разработал. Оставят вот такие вот нововведения каким-то детишкам богатым, вот правителей, которые будут преподносить нам это все дело в формате каких-то умных людей, которые делают какие-то открытия.
Ну, вот в формате вот Илона Маска. Якобы вот такой вот умный чувак придумал ракету, придумал то-то. А вот этот придумал то-то, придумал то-то. Это все уже давным-давно придумано. Они просто по 100 раз изобретают этот велосипед. Сколько уже можно придумывать одно и то же? Ничего по мне так нового не придумано. Даже если блокчейн взять, в принципе, даже блокчейн это для меня не что-то там прям, знаете, сверхновая идея. Это уже просто мы уперлись, что, ну, это не изобретать, как бы это не дать людям, это уже будет совсем, как бы, отсталость в целом человечества. Ну и, соответственно, они эту идею по-любому будут внедрять. И внедряют. Вот. Так что блокчейн это не какое-то там... Фиг знает что, знаете, вот кто-то там, какие-то великие умы, типа Виталик Бутерин, Вася Петечкин сели, прям долго думали и разработали. Нет, все эти Бутерины, это все, ну, в общем, они никто. Это все технологии уже давно известные, подготовленные, и вот так вот внедряются через таких вот людей и поддается нам таким красивым... с вкусным соусом, как будто это эти люди что-то там поизобретали. Ну и получается так, что весь этот кавардак смешался в одно единое. Инфляция, войны, санкции, в целом переход человечества на новый этап существования – и несогласие основного человечества с новыми технологиями, непонимание основного человечества с новыми технологиями. Все это берется и вот так вот в шейкере просто вот замешивается. И цель какая? Хочешь ты, не хочешь, ты должен будешь это все понять и перейти на такой этап жизни. Плюс будет мощнейшее мировое кидалово простых смертных рабов. Вот. Люди до сих пор думают, что они не рабы. Типа свободные люди, демократия. В некоторых странах так мозг промыли людям, что они прям, знаете, на все 100% думают, что они свободные люди, у них есть какой-то выбор. Я, знаете, вот такие ролики, когда снимаю, говорю про такие вещи. Некоторые пишут, ты что, хочешь подписывать себя под раба, что ли? Я не хочу быть рабом, но нужно говорить все так, как есть, чтобы было понимание. Вот если как бы передо мной дерево, я говорю, что вот дерево. Вот если собрали 1000 человек, им сказали, что это слон, и вам удобно так говорить, что вот это слон, ну типа вот свобода и все такое. Вот вы 1000 человек думаете, что это слон, блин. А я говорю, что это дерево, я буду это говорить. Но это не значит, что это дерево мне нужно, или оно мне нравится, или не нравится. Просто вот это дерево. Ситуация такая, что это называется деревом. Функция у дерева следующая. Вот оно может то-то, то-то, то-то. Вот. А если вам 1000 промыли мозг и говорят, что это слон, и слон работает вообще по-другому, не как дерево, ну, это уже вы проблемщики. Так вот, действительность такая, что человечество в целом, основная часть, это рабы и смертные. Естественно, да, все умирают. По мне так вообще, я думаю, что есть система, когда человек намного дольше может жить. Вот, но никто нам это все не даст. Возможно, вообще есть тема, где люди и не умирают. Может быть и так. Вот. И варианты жизни могут быть вообще другие. Но сейчас в это внедряться сильно не будем. Но факт в том, что мы все, основная часть, являемся рабами системы и являемся смертными. Поэтому я постоянно говорю, что вот рабам смертным дают вот следующую информацию. Это не оскорбление,
это не какое-то типа ехидничество какое-то, типа, там, ты раб, а я не раб, там, все рабы, в общем-то, все рабы. Все, у кого есть паспорта, какие-то в правилах каких-то живут, в общем-то, это рабы. Просто в какой-то стране рабам больше втерли, что они свободны, где-то меньше втерли, где-то вообще ничего не втерли, они просто бегают, даже не знают, что они рабы. Ну и, соответственно, вот это вот общее рабское общество будет жить ровно так, как им диктует система, как системе удобно. В системе есть какие-то там управляющие, может быть, там один их, может быть, много. Это могут быть люди, может, инопланетяне, может, рептилоиды. Это вообще не важно вообще. Но есть система, есть паспорт, есть правила, есть всякие законы. И это кто-то рулит всей этой темой, и еще это массово этим управляют. Вот. Само по себе, как бы по природе, такое не может возникнуть. Это человеческая придуманная штука. И вот есть вот детишки вот этих всех системных управляющих. Вот. И они все это контролируют. Так вот, пришло время, когда этим контролерам в этой системе обмана требуется переход на новый уровень. По-другому должны уже люди между собой как-то существовать. Вот. Управление рабской системы пришло к обновлению. Нас нужно, короче, наше рабское программное обеспечение нужно переустановить, обновить. Выходит новое ОС. Как есть же в Apple, там, типа, новый macOS, вот, называется там, не знаю, Каталина. Вот, устанавливаете, и там такой функционал. И вот это классно. Но когда новое обновление делаешь, всем оно сначала не нравится. Все говорят, это глюч, это херня, мне так неудобно. А почему тебе так неудобно? А потому что ты привык так, как ты делал до этого, а тут уже иконка в другом месте. Ты так не хочешь, ты уже, блин, 2 года вот так вот открываешь рабочий стол, а тут открывается по-другому. Вот, например, тот же YouTube, на котором вы сейчас смотрите этот ролик. YouTube обновлялся, вот сколько я в блогерстве, с 2013 года, уже, наверное, минимум 10 раз. Вообще прям кардинально обновлялся 3 раза. Просто вот он был в определенной форме, и потом в какой-то момент, я помню, взяли вообще кардинально все поменяли, вообще все в разных местах. Меня так этот момент бесил, вы не представляете. Как я злился, что все по-другому, не мог ничего найти. Потом привык, это стало классно. Мне понравился новый дизайн. Спустя там, я не знаю, месяц. И потом определенное время, и они еще раз все обновили. И меня и в этот раз бесило, почему они это все обновили. А теперь вы все знаете, YouTube такой, какой он сейчас есть. Вы привыкаете и с ним работаете. Но если вам сейчас дать первый вариант существования YouTube, вы просто блеванете. Скажете, блин, а где эти кнопки, которые вот так все быстро ускоряют, вот так мы работаем. Что они делают? Они с каждым обновлением делают какие-то новые штуки, которые ускоряют нашу работу и делают какую-то автоматизацию. Если вернуться в прошлое, то на YouTube все было максимально. Ну, как бы, чем вы в прошлое уходите, тем более в механику уходите. Чем мы идем дальше, все автоматизируется, ускоряется и автоматизируется. И это встает обычным делом. Вот. И люди к этому привыкают. И жизнь тоже от механики идет к автоматизации. Все делается так, чтобы вода подавалась сама домой. Вот. Чтобы вот этот вот газ сам пришел домой. Вот кто вам, я не знаю, там, 500 лет назад в такой вот трубе газ заведет домой, чтобы ты дома обогревал дом, кушать готовил? Ты бы охренел в то время, если вообще понял, что можно вот так вот завести газ и дом отапливать, завести электричество, интернет, поставить вот такие вот стекла. Вот 500 лет назад люди не могли ставить вот такие вот стекла прозрачные. Они отливались, короче, когда свет чуть-чуть проходил, но через них невозможно было смотреть и видеть.
потому что не было технологии работы вот со стеклом, чтобы сделать вот такое идеальное стекло, к которому мы привыкли. Вот. И когда появилось такое стекло, это могли себе позволить самые богатые люди, чтобы одно стекло вот такое поставить, которое прозрачно. И вот сейчас мы стоим, смотрим на дом, и нас это не удивляет. Газ в дом заведен, электричество в дом, стекла прозрачные. И типа, ну и чё стекло, и чё? 500 лет назад, скажи, стекло, у кого был кусок такой стекла, тот был самым крутым чуваком в городе вообще. Не знаю, в целой, блин, стране, можно сказать. А теперь у нас вот эти все штуки есть. Это что значит? Это все автоматизация. Что само все сюда приходит, тебе не надо ходить, там, я не знаю, качать газ, тащить его сюда в баллонах. Буквально там, не знаю, в 90-е люди ходили, заправляли баллоны, которые еще и взрывались. Чтобы дома подключить, мы так жили когда-то, я такое время застал. В красных таких баллонах заправляли баллон, меняли его, он тяжелый, каждый раз переподключали. С опасностью, что периодически по телевизору показывали, как машины с этими баллонами взрывались, ситуации частенько бывали. Ну и так далее. И вот давайте тогда отмотаем назад и откажемся вот от этого всего. И не будем удивляться вот этому. Вот я лично начинаю это все сравнивать и понимаю, что у нас космические технологии, вот по идее, да? Все само приходит домой, а я тут хожу, вот разговариваю. Дом греется, вода есть, дом подключен ко всему, что можно, канализация сама сливается, уходит, ну и так далее. Не на улице туалет. И много-много чего еще тут есть, что работает в режиме автоматизации. Вон столбы подключаются, свет вечером врубается, сам свет – это уже автоматизация человечества. Раньше не было никакого электричества. И тем более все, что исходит из понятия электричества. Так вот, люди постоянно переходят на новые уровни жизни. И сейчас новый уровень жизни, новый этап ускорения – это блокчейн. Но это не значит, что блокчейн будет последним вариантом человеческого какого-то существования. Блокчейн даст возможность перейти на какой-то новый этап, на основе которого появится очень много всего. Ну, допустим, как кто-то придумал электричество, это зафиксировали, люди поняли, как работать с электричеством, и на основе этого электричества, я уже не буду перечислять, придумали, блин, что только не напридумывали. Все наши гаджеты, системы, все-все-все работает на основе электричества. Потом интернет. Тоже сейчас много чего работает за счет системы интернет с взаимосвязью с электричеством. И теперь будет блокчейн, на основе которого организуют все, которое будет взаимодействовать с интернетом, с электричеством и со всеми предыдущими наработками. И это разовьется и приведет нас к какой-то новой эре. Дальше блокчейн, это я, может быть, уже в старости увижу что-то. И каждый раз все быстрее, быстрее, быстрее будет, люди будут ускоряться. А прикол в чем? Чем мы быстрее ускоряемся, тем мы будем ускорять накопление человечеством инфляции. Если раньше на лошадях ездили, то можно было эту обманку растянуть там на века. Потом придумывают электричество, потом интернет. Все быстрее развивается, и вот процесс инфляции будет уже не на 100 лет, потом на 60-70, потом 40. И вот сейчас будет блокчейн, все быстро раскачается, следующая, возможно, инфляция, вот такая же кардинально мощная ситуация будет, когда мир опять вздрогнет. Это может произойти уже после того, как мы сейчас нормализуемся, может быть, там в 2-3 раза быстрее. И это будет происходить каждые там 10-15 лет. Серьезные изменения. Не какие-то там между делом локальные, а так прям серьезно, кардинально. Весь мир будет каждые 15 лет в жопе. Каждый раз. Вот. Только потому, что мы ускоряемся.
Один из вариантов, что это ускорение, возможно, в какой-то момент люди все-таки переосмыслят свое существование и, возможно, сделают что-то новенькое. И не будут накапливать, так сказать, вот это вот инфляцию, обман, зло, и потом это все дело решать системой паники во всем мире. Одно меня радует только то, что в этот раз инфляция, вот эта накапленная обманка в целом в мире уже не там война Гитлера, да, а уже такая гибридная идет. Как-то, знаете, частями происходит в формате каких-то санкций, чего-то, еще каких-то процессов, интернет-войны. В общем, очень много разных. Чем больше мы вот автоматизируем мир, в каждой автоматизированной системе будет идти своя война. Вот если есть интернет, то в интернете войны. Блокчейн, в блокчейне будет войны. И вот любое новшество, вот в этой системе будут идти войны. И это уже, по мне, так называется, вот гибридная война. Раньше просто вот война, это вот договорились, вон там поле, бери лопату, меч, и что у тебя там есть, и пошли между собой друг махаться. Махаться буш! Вот, что-то типа такого было. Слышь, махаться буш! Все, помахались, решили, кто выиграл, все у него забрали. Вот и как бы весь решение инфляции, как вот в стране нету денег, а что делать? А пошли завоюем вон ту соседнюю страну. Все, собрались викинги, пошли раскреначили Англию. Все, денег сделали, и айда пошел жить еще 50 лет. Кайфовать, пока не закончатся еще деньги. И вот так вот, короче, это все мечами решалось. Сейчас уже, как вы понимаете, технологий больше, соответственно, гибридная война происходит. Это не будет длиться вечно, и как бы правителям мира не требуется такое, как бы они же не хотят разрушить вообще все. Им нужны рабы, нужна система, но им нужно как-то вот как-то так сделать, чтобы вот рабы не поняли, что у них отобрали деньги. Вот так. И происходит ровно то, что вы сейчас видите. И тут виноват не только там конкретно в какой-то стране президент, только какой-то один человек. И всех тех людей, которых вы знаете в лицо или в информационном поле, это все пешки, если что. И они вообще ничего не решают. Все президенты стран, это в основном... ну, как бы менеджеры тех, кто в действительности контролирует систему. И от них ничего вообще не зависит. Они просто выполняют ровно то, что им по плану говорят делать. А технология уже заложена наперед. Я думаю, что там на тысячелетия уже вперед есть новые системы. Вот так вот, ребята. Поговорили мы про блокчейн. Итого, что должно произойти? Вот, например, этот же Илон Маск, это детишка какой-то там расы, какой-то системы, которая является, ну, я не знаю, менеджером в какой-то точке планеты Земля, у которого есть информации больше, чем у нас с вами. И вот он периодически пытается выпендриться, чтобы почувствовать себя чуть-чуть богом. Ну, это такая психология уже чисто человеческой системы, человекообразов, вот, понты дороже денег. И он выкладывает вот такие вот предсказания. И они, в принципе, могут именно так и быть. В любом случае, на данный момент я лично, насколько возможно, не продаю крипту, а наоборот ее покупаю. И сколько бы эта криптовалюта не скатывалась, если коротко, в жопу, по вашему как бы понятию, да, вот типа, ну все, пипец, мы в заднице, вот конкретно. Это для криптовалюты нормально. Это новая система, которую они внесут, и ломать ее никто не будет. Но
делать, знаете как, ломать с предыдущую, а новую вообще не трогать, то тут уже у обычных простых рабов появятся вопросы, типа, в смысле, что это за биткоин, что это такое, что вообще ни на что не реагирует. Тут уже все человечество совсем резко туда рванет, что пока что еще не требуется им по плану. Вот. Ну и совсем рушить им тоже это не надо. Поэтому они будут делать вот такие просадки. Капитализацию будут снижать, естественно, играть будут. Вот. Люди паникуют, у людей забирают деньги. Пока что, до того, как блокчейн внедрят основательно человечеству, они будут вот так вот порционно людей грабить. В какой-то момент, когда грабанут достаточно, чтобы перекрыть инфляцию, они остановятся, и просто уже технология пойдет дальше. Как только они себя выровнят, свой долг перед рабами выровнят, чтобы дальше контролировать еще лет 50 нами, вот, они больше вот такую сильную коррекцию делать не будут. Но пока что на данный момент это будет происходить. Я думаю, что еще несколько лет может такое быть. Что они делают? Они заливают позитивными новостями, народ залетает в это все дело, капитализация погнала вверх, хорошие новости, все ништяк. А народ такие люди, как бы рабы такие существа, что они пойдут зачем-то, только если там вот как бы конфетка есть. Вот они не могут сообразить, заранее сделать что-то, они только тогда, когда уже видят результат. И главное, чтобы они не работали. Раб никогда не хочет работать. Он хочет отдыхать, кайфовать, веселиться, чтобы деньги с неба свалились и все такое. И поэтому психология раба такая, что ему приятнее в что-то вкладываться, в чем-то участвовать, где уже, ну все, уже кайфули. Поэтому, когда биток подскачет до 60-70, а это произойдет, то основная часть как бы рабов начнет туда вкладывать бабки. Капитализация поднимется, будет классно, все будут орать, как весело жить. Биткоин рулит и вся эта фигня, короче. А потом на следующий год, примерно в это же время, всех этих рабов опять лоханут. И вот так вот каждый год можете смотреть, типа, рынок, ликвидация на, сейчас чуть ли на миллиард, миллиард, говорю, триллионы там, да, на триллионы долларов. Это же вот все те люди, которые вложились, когда биток был там 50-60, сейчас биток пошел вниз, они все обосрались, и все сливают. У них это все скупают более крупные компании, которые, ну, как бы, знаете, вроде как рабы, но более приближенные вот к богам. И на этом фоне пытаются деньги сделать. Они это забирают, передают дальше своим богам, чтобы те инфляцию перекрыли. И вот так вот это все будет происходить, пока это все не выровняется. Между делом, получается, как решается еще вопрос? Как мы сказали, да, это идет коктейль, гибридная война. Поэтому инфляцию перекрыть нужно во всех областях. Берем, например, крипту. В крипте нужно коррекция и у лохов отобрать рабов определенную сумму. Это раз. В копилочку, в общак для перекрытия инфляции накопившейся. Берем какой-то фондовый рынок, там роняем акции, оттуда забирают. Потом старый вариант, когда махаться будешь, это уже такие точечные войны. Это устраиваются войны по всему миру в разных местах, там где-то мощные, немощные. Тут я уже не обсуждаю, кто на кого напал, зачем напал, там кто в чем виноват. Война — это война, и тут нету там правых, неправых. Это все херовая штука в любом случае. Но я сейчас говорю про технологию работы, в общем, системы. И что происходит? Они старую систему тоже используют. И просто берут и делают войны. Сильнее, слабее по ситуации. Вот насколько это возможно, позволительно в мире. Они там устраивают вот эту вот войну.
которая что делает? Тоже перекрывает инфляцию. Каждая страна выделяет деньги на что? На оружие. А обычный вот смертный раб, как может это проверить? Никак. Кто вам такую информацию даст? Америка говорит, что они выделили там, не знаю, миллионы, триллионы долларов на поддержку какой-то страны в каком-то месте, на какую-то войну, неважно. И граждане что скажут? Нет, не перечисляйте. Кто из них может такое сказать? Никто. Все, триллион ушел, улетел. Куда он улетел? Думаете, прям на войну? Нет. На войну там какие-то копейки, чтобы там вот эти танки, все такое. Но предварительно, чтобы можно было обмануть человечество, нужно придумать, что этот танк стоит дохриллион денег. Потому что это технология, это очень круто. В действительности, на постройку таких вот штук, это все уже давно придумано. Это электричество, какие-то простейшие технологии, которые раньше знал, я не знаю, каждый школьник. Вот там и придумали вот это все. На вооружение тратится в действительности на практике копейки. На бумажках до хера бабла. Все, там списали деньги. Фондовые списали, крипта списалась. Везде, где можно, насписывались. Санкции насписывались вообще. Кидают уже сейчас первый раз за всю мою жизнь, когда я попал как участник в истории, да, вот, это я первый раз увидел, что глушат миллиардеров, крупные компании. И это говорит о том, что это действительно вот та самая мощная инфляция происходит. Сколько я живу на планете Земля, вот, на просторах СССР, сколько я знаю, всегда слышал, что... Ну, как бы для меня были какие-то там Абрамовичи, я не знаю, там вот эти все фамилии, там всякие Газпром и Лукойл, это какие-то там где-то там, далеко, какие-то боги, что-то там решали, никто не знал, что у них есть, они все какие-то были недостижимые. А на сегодняшний день мое отношение к этим людям уже, знаете, какое, да, киданули всех этих вот людей, позабирали у них яхты, как у обычных смертных. Ничем они не отличаются, в принципе, от нас. Их всех прям поголовно развели. И это через вот эту систему санкций. И это первый раз в моем жизненном опыте, когда вот так вот крупно что-то происходит. Вот как бы до этого все, что происходило, это на уровне... Обанкротился какой-нибудь ИПшник или ООО. Что-нибудь такое. Вот уровень как бы кидалово было на уровне ИП. А теперь уровень кидалово происходит на уровне Лукойл, Газпром. Вот такие вот. Серьезные уже. Так что это вот тоже говорит о том, что действительно происходят серьезные изменения. В общем, ребята, что нам надо делать? По моим размышлениям, получается так, что сейчас с этой инфляцией нужно справиться. Блокчейн — это новая будущая технология, ее ломать не будут, но будут корректировать, чтобы люди ничего не заподозрили слишком. И с помощью этого тоже пока что будут хапать деньги. Как только они перекроют инфляцию в мире в целом, выйдут на какую-то определенную позицию, блокчейн-технология стремительно начнет занимать лидерство в мире технологий. И мы основательно будем переходить на блокчейн. Все будет на этом. Все, чего ты коснешься, будет на блокчейн. И, ну и, соответственно, там уже цены полетят вверх. Но и предварительно всех развели, и основная часть людей как бы потеряли свои монеты. Кто-то устал, кто-то не смог, кто-то разочаровался. И основными держателями крипты будут как раз-таки вот эти крупные игроки. Киты, боги вот эти все вот.
И какая-то там мизипусерная там доля будет приходиться на нас с вами. Там, кто сколько смог держать монеты в холд. Моя сейчас тактика — это холд. Удержание монет я не продаю. Манипуляциями не занимаюсь, трейдингом не занимаюсь, потому что все эти моменты могут привести к потере. Захочу куда-то что-то схитрить, перевести сейчас, перекроют просто дорожку, и ты останешься где-нибудь. Они все это понимают. Единственный, самый, более-менее мощная стратегия — это удерживать деньги на криптокошельках холодных. И насколько возможно дольше. Если есть такая возможность, не продавать. Вот. И по времени, как это будет происходить. Я думаю, что до 25 года будет бардак. Однозначно. Просто курс еще будет подниматься. Возможно, к зиме он поднимется. И до 70, и 60 там вот это все будет. Потом к весне опять пипец, апокалипсис. Все в шоке. Ну, в общем, до 25 года будет жестко скакать вообще все в мире. Потому что нужно разобраться со всеми направлениями. Даже эти же санкции, если их снять, отходняк от санкций не может быть там, не знаю, за 5 минут не восстановить все, что сейчас испоганили. Как бы, если вы что-либо берете и рушите, на восстановление требуется время. Ну вот смотрите, дом, который строили, допустим, там в течение года. А разрушить дом можно раз, буквально, я не знаю, день, часы, минуты, если смотря чем это ломать, там, разбомбить, трактором расхерачить, я не знаю. Ну, в общем, максимум там один день, этого дома нету. А построить это же самое требуется как минимум там год. Так вот, представьте, вот эти все санкции, которые расхреначили много что, войны расхерачили много что, интернет-война также, кидалово в плане вот этих вот ликвидаций на рынке, в формате вот крипты, всяких акций и так далее. Это же все как бы итогово какие-то люди, компании, вот, банкротство. И это все должно восстановиться. Даже если прям завтра все восстановится, все будет нормально, ну, как бы остановится вот это вот разводняк мировой, нам понадобится, ну, как минимум годика два, чтобы снова к нулевой точке прийти. Соответственно, я думаю, что до 25 года еще будет вот такая вот канитель. С одной стороны, с одной стороны, это вот такое время как раз и зарабатывают деньги. С другой стороны, это грустно. Вот. Говорю вот как есть. И по-другому денег хороших ты не сделаешь. Вот если такой ситуации не будет и не будет таких вот скачков, соответственно, ты не сможешь резко заработать. Ты будешь зарабатывать только плавно по одной копеечке в течение там жизни. Все. А такие серьезные заработки, типа там купил, подождал, что-то скачок, сделал деньги, это все происходит именно когда в мире какой-то бардак происходит. Когда все хорошо, таких денег никто не может сделать. В общем, делайте выводы. О чем был этот ролик, к чему это я все болтал здесь? К тому, что не надо разочаровываться в блокчейн. Потому что блокчейн – это будущее человеческого развития. И просто нужно будет как бы вкладываться, холд, терпение, еще раз терпение. Да и дождаться, когда уже все более-менее восстановится. Я лично живу в России, и у нас тут еще хуже в этом плане. А я еще позитивные ролики для вас снимаю. Вот у меня ситуация еще хлеще. Например, для тех же там европейцев, американцев не настолько все плохо, как вот для россиян.
Нас вообще загнали, блин, в конкретный угол. Потому что вот эти системы оплат лишают возможности очень много. Отрубили нам все, что можно. Все эти вот системы санкций. Отключили нас от даже самых примитивных каких-то вещей. Вот на уровне детей уже, понимаете, там PlayStation Store, всякие вот эти App Store и так далее. Возможность коммуницировать в целом с миром и так. Все, что вот это есть. Вот. Вот Россию кидают вообще конкретно по полной, и Украину кидают. Это вам кажется, что мы между друг другом типа там конфликтуем, в действительности и нас, и их разводят. Вот просто выбрали, так, давайте Украину и Россию вообще в жопу, забираем у них все. Там, значит, вот столько забираем в мире, там вот столько забираем. Вот. Там в Европе, так, вот эти страны там чуть-чуть пособирайте, но сильно не трогайте. Америкосов, ну, бензин там поднимите, что-то сделайте, но остальное не трогайте. Понимаете, вот относительно как бы других стран нас глушат намного серьезней. И тут типа люди, восстаньте против кого-то. Против кого? Против инопланетян, рептилоидов, против чего восставать, блин? Нет, люди говорят, Илон Маск красавчик. Так Илон Маск — это один из чуваков, который все это дерьмо и устраивает. И он это знает. Все эти люди, которых вы знаете как предсказатели, какие-то изобретатели мощнейшие, они все чьи-то вот эти детишки, системы. И они знают наперед это все. У них эти технологии в запасе есть. И они и есть зачинщики всего этого дерьма. Но люди через систему новостную людям говорят, что это святые, им надо поклоняться. Они вообще крутые чуваки, вот это они красавчики. А бороться надо вон с тем президентом или вон с тем, блин. Ну, тут же под носом у людей как бы ходят. Люди фанатеют от своих же разрушителей. Но пока вот это так будет, вечно будет на планете Земля жопа. И это не поменяется. И вот сейчас даже кто-нибудь возьмет и напишет коммент. Частенько у меня так пишут. Ты не понимаешь, Илон Маск родился там где-то в бедной семье, а потом что-то куда-то переехал, а потом изобрел, а потом вот ты вот. Просто посмотри, что посмотри? Посмотреть, блин, легенду, которую придумали в виде фильма и вот этой вот чепухи, это посмотреть, блин. Такой чувак ходил-ходил, ему дали $1 000 000, и он такой, херакс, изобрел игру. А потом еще $1 000 000000, и он такой, бац, изобрел электрическую машину. Электрическую машину в СССР уже изобретали давным-давно. И все, что он там наизобретал, это уже изобретено было давно и показано по телевизору. Он берет ровно то же самое, ничего нового, ту же самую ракету куда-то запускает, и нахер она вам вообще нужна. И делают из него все, это красавчик, вот за кем надо следить. Ну, короче, пока люди будут так относиться к таким людям, ну и получайте лопатой по роже, как бы, на протяжении нашей всей человеческой жизни. Вот. А вам говорят, не, вот это вот хороший чувак, а вот этот плохой. В основном, на кого пальцем тычут, кто плохой, он в этом как раз-таки не виноват. Те, кто мутят, вот мутные замуты, морозы лютые, это как раз-таки... те персонажи, которые среди вас ходят, и вы фанатеете от них. Вот они как раз-таки организаторы всего дерьма на планете. А вы носите футболки с их изображениями. Приводите в пример этих придурков своим детям. Вот посмотри, вот он был никто, работал в Макдональдсе и стал типа... Что за вообще хрень какая-то? Да нету таких историй, нету такого. Ты был никто и стал кто, блин. Таких историй нет.
Все эти истории, которые вы знаете, там, в основном, заметьте, все они работали в Макдональдсе, в плохом районе какого-нибудь Бруклина, и потом бам-бам-бам, и они входят в Forbes, третий или второй или первый человек в мире. О, как же так? Это сколько, что он такое-то делал, что вот так вот такими скачками за эту свою короткую жизнь успел достичь херово знает чего. А когда берут у таких людей интервью, три слова не могут связать, выглядит как долбанутики какие-то. Вот смотришь, я сразу определяю, что человек, ну, просто тормоз. Есть поумнее люди, просто возможностей таких у них нет. Ну, так сказать, не там они родились, не в той семье. Тут вся фишка, где ты родился. Чей ты сыночек. Вот. Поэтому родись в правильном месте и можешь писать всякие твиты с предсказаниями. Потому что твой папа тебе скажет, что будет завтра, как будем разводить людей. Вот, и все, как бы весь расклад. Так что за блокчейн, ребята, будущее. Не потому что я прям тащусь по блокчейну, а потому что это будущее. Это как раньше кто соображал, говорил... За у человечества электричество будет как бы одно из основных источников существования. Люди будут пользоваться там газом, электричеством, интернетом, вот. И вот если никто про это не знал, и какой-то чувак ходил, говорит, да вот, блин, электричество это классная штука, вы понимаете, мы можем столько всего сделать за счет электричества, электричества. Они говорят, ты придурок, кому оно нужно, это электричество. Да оно убивает вообще это электричество. И как вообще это электричество может дойти до других мест? Он говорит, по проводам. Каким проводам? Как это может молния по каким-то проводам идти? Ты сумасшедший. А сейчас, видите здесь провода? Даже проводов здесь нету, они под землей. Когда-то каких-то людей, может быть, казнили за эти мысли. А сегодня у нас провода под землей заходят домой и электричество дома. Все. Никого нахрен не удивляет, что по проводам пробегается, ну, если вот как раньше люди это воспринимали, молния. И все. И для вас это нормальное явление. Типа молния идет по проводам, и вам это вообще не важно, вы это все про это не думаете. В будущем такая же фигня будет, вы про блокчейн тоже думать не будете. Оно просто будет и будет. Вот, так что все, на этом все.